нас поснимает. Вот, друзья, мы в Крыму, судак, едем на место охоты. К сожалению, из транспорта у нас, или не к сожалению, мы едем на скорой помощи. Вот вот эту машину. Видно, видно. Вот наша снаряга. Дипмастер. Все в порядке. Саня, как бы его настроение? У нас настроение немножко упало, потому что мы перелопатили несколько километров, обныряли территорию, короче, не было рыбы. Сейчас... Идем смотреть, где продается горбыль. Мы идем на базар смотреть, где горбыль продается. Да, заходи. Ружье оставь. Это сам. С ружьем на базар. Сейчас мы идем. Вот это скорая помощь, дядя, покажи. Встань возле меня. Трофей, трофей. Так что вот такие машины должны быть у настоящих подводников. Так, а вот магазинчик. Вот такие магазины в Крыму. Вот такая рыбка. Патусу. Путаса. Глосик вот такой по 23. Вот такой глосичка такая, да? Вот такую рыбку покупаю. Вот такой магазинчик. Так, горбыля здесь нет. Идем. Мы отправляемся дальше. Идем ловить горбыля. Все, привет из теплой Одессы. Мы побежали. Спасибо. Все хорошо. Это я понимаю. Гора Алчак, мы объехали ее с другой стороны. Как бухта, Стас, называется? Как мы смотрим? Каспельская бухта. Какая? Каспель. Каспельская. Каспельская бухта. Да, вон мыс Меганом. Вон мыс Меганом. Там дальше лагутинские места, туда банда приезжает. Вот такая вот красивая бухта. Сейчас мы попробуем все-таки добить этого гада, который нам морочит голову уже 2 дня, да, Саня? 2 дня рыгаем, ныряем, километры перелопачиваем. Вот это глубоководный охотник ныряет закрытыми глазами, короче. Без фонаря, ночью. Уничтожитель горбылей, уничтожитель. Они так испугались, что все пропали, весь горбыль пропал, как узнал, что Саня едет. Так что, пацаны, мы на связи. Будем выкладывать какое-то видео, если что-то получится отснять, какую-то рыбу, если взять, нам все-таки удастся, мы вам сообщим. Все, прозрак не радует, но что маем, то маем. Вот такие вот пироги. Ну что, в бой, братан. Я хочу сказать, что не сильно жарко, дядя. Холодная. Саша, помаши ручкой. Сейчас вот такая маскировка сзади, посмотри на это. На плите. Да, я вижу, водоросли прилепил. Сковородка с водорослями. Второй пошел. Бухта вроде француженка называется. Под Меганомом. Идет дождь. Вот у нас Меганом. Вот я стою на выступе скалы. Вон судак в той стороне.
Пароход «Князь Багратион» старый. Вот Меганов. Вот Саша возвращается. А там у нас вдалеке Стас. Не хочет идти назад. Горбыля одного взял? Где? Там у него. Ты взял или Стас? Давай, давай, давай. Потому что вон пацаны вышли тоже ничего. Вон два. Все, отпускай, я заберу. Ну давай, выходи. Стас не хочет вылазить, да? С возвращением. Ну что сказать, облопатели здесь, блядь, километр где-то в ту сторону, может быть чуть меньше. Видели твоих горбулей, глубина 8-9 метров где-то так. Вот. Я видел одного, пустил, Стас видел двоих, одного подстрелил, сейчас выйдет, все увидите сами. Ну наконец-то! Наконец-то долгожданный охотник с горбылем! Аккуратно, Стас, аккуратно. Все-таки я его замучил. Замучил, да, замучил. Такой небольшой, но... А ну? Но это был очень трудовой горбыль. Очень трудовой. Погода, все против нас. Видимость, погода, течение. Короче, сделали мы его. Такой красавец у нас сегодня будет на улице. Как я обещал. Я свое слово сдержал. Я пишу же видео. Вот такие просторы Меганова. Вернее, Судака или хрен его знает, как она называется. Видел еще одного хорошего в два раза больше, чем этого. Если но я не смог его взять. Если бы ты его взял, это что я видел, да, вы бы это покушали бы так, рыбки покушали бы, смачно бы не получилось. Что, Саня?